сегодняшнем выпуске празднуем Международный женский день, обновляем внешний вид Хантера и рассказываем о конкурсах в соцсетях. Привет, оттаившие! Признавайтесь, светит ли солнце в вашем городе и чувствуете ли вы наступившую весну? Да? Нет? Нет. В любом случае, мы знаем, как улучшить ваше настроение. И в этот раз повод красивый, ведь речь о нас, девчонках, и нашем празднике. Что же мы подготовили для вас на этот раз? С 5 по 7 марта и с 12 по 14 марта удваиваются фонды битв и опыт. Также уже сейчас воспользуйтесь 30% скидкой в магазине. Завтра она будет в гараже, а в воскресенье 30% скидки на улучшение и 50% на ускорение прокачки. Праздничные выходные растянутся, ведь мы любим их не меньше вашего. Два увлекательных режима в предвкушении встречи с танкистом. На первых выходных играйте и ловите голды в режиме Джиггернаут на трех спецкартах. А в следующие выходные в режиме ТДМ попробуйте свои силы на вас по молотах на карте Дюссельдорф. В чем фишка этого режима? В том, что молот не ваншотит васп в нормальных условиях, а значит, у всех есть снарядов на полтора васпа. Перезарядка кассеты будет дольше, поэтому, сами понимаете, надо успеть убежать. Игра на этой огромной карте совместит правила «стреляй и догоняй». Ивент продлится 2 недели, в течение которых, конечно же, стоит выполнять особые миссии и заходить в магазин, чтобы выбрать понравившиеся среди 4 спецпредложений. Продолжаем улучшать внешний вид пушек и корпусов. На очереди корпус, на котором были пойманы миллионы голдов – Hunter HD. Сейчас будет крутая нарезка под рок. Только посмотрите, какой Hunter бомбезный! Нет, ну серьезно! Ребята, информация для тех из вас, кто играет в танки онлайн через платформу Miniclip. До недавнего времени на Miniclip'е все еще можно было играть во флеш-версию танков. Сейчас же ведется работа по переводу на HTML5-версию. Когда завершится перенос, игра попросит пройти авторизацию заново. Нужно придумать пароль к текущему аккаунту и указать почту. Изменения касаются только авторизации в игре. Аккаунт и все игровые достижения вне угрозы. В наших соцсетях начинается конкурс, где вы можете поздравить очаровательных танкисток с Международным женским днем. Вам не сложно, а хрупкой половине танкового сообщества приятно. Ждите специального конкурсного поста и поздравляйте прекрасную половину человечества. По желанию не забудьте указать свой игровой никнейм, ведь в конце конкурса из всех комментариев с помощью рандомайзера мы выберем 20 счастливчиков. Их авторы получат по 8000 кристаллов, 8 ультраконтейнеров, 8 дней премиума и 8 золотых ящиков. Комментарии принимаются до 8 марта. Итоги подведем 9 марта в течение дня. Принимайте участие! Давайте превратим комментарии в нечто очень нежное и теплое, ведь всем нам порой нужны доброта и уют. Новая неделя и новая порция ютуберских видосов. Не забудьте посмотреть сразу после видеоблога. Immortal Hero и его вооружение для режима осада. Big Tanks опять использует магию вне Хогвартса с помощью модуля защиты. Good Mod Eon и Джаггернаут против 40 игрок и просто бьем их. Давай, просто бьем, уничтожай. Как-то тебе нужно, наверное, сводиться, скорее всего. Тебе как-то давай, я буду... ты давай центр всех мочи, а я буду по бокам бить. Давай, давай, давай. Джерри размышляет про активности на 8 марта. Угадал или нет? Мои предположения, что будет снова два специальных режима, как это было на 23 февраля.
так как 8 марта выпадает на понедельник, а разработчики никак не могут его пропустить. На этом все на сегодня. Прямо сейчас у вас есть уникальная возможность кликнуть первый весенний лайк видеоблогу. Следите за танками в соцсетях и не забывайте, что мы читаем ваши комментарии. Всем улыбок! Пока! На вопрос из прошлого выпуска, какие же два танка из четырех будут уничтожены вулканом и смоки с устройствами на рикошет, правильным ответом будут варианты А и Д. Поздравляем победителей и смотрим новый вопрос.